Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня готовим вкусный майонез. Для этого выбираем правильную посуду. Идеально подойдет пол-литровая банка. Все ингредиенты берем комнатной температуры. Итак, одно яйцо, 1/2 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 стакан растительного масла. Все это помещаем в банку. И здесь есть очень важный нюанс для того, чтобы ваш майонез не рассвоился и получился. Нож блендера нужно опустить именно и оставить над желтком. Следующий нюанс. После того, как вы начинаете взбивать, 10 секунд блендер не поднимать. Вот как только увидите белую эмульсию, тогда можете поднять блендер и пробить всю оставшуюся массу. Останется добавить только 2 последних ингредиента. Берем горчицу. Горчицу берем обязательно без вкусовых добавок. 1 чайную ложку. И добавляем по желанию или яблочный уксус, или лимонный сок. Теперь осталось пробить еще 5 секунд и все, ваш майонез готов. Долго взбивать не надо. Консистенция очень удачная. Майонез получается в меру густой. Идеально подходит для заправки салатов, мясных блюд, бутербродов. Еще один секретик. Если хотите майонез гуще, добавьте немножко больше растительного масла, 50 грамм. Соблюдая все эти мелкие нюансики, вы научитесь просто готовить вкусный майонез дома. Без консервантов и добавок. Готовьте с удовольствием и подписывайтесь на мой канал.